Доброго времени суток, дорогие друзья, с вами Лысый Петр, и сегодня мы продолжаем играть в The Last of Us. Это у нас будьте онлайн. Осторожны. Тут видели охотников. Да, есть. Наш любимый онлайн. Берем наши припасы. Припасы. Отлично. Нахватались, это у нас режим выживания. Да, я обожаю режим выживания. Так, ну что, пацаны, что делаем? Опять я играю за класс подавления, хотя я не хотел его брать. Ну, получилось так. Спускаемся быстро. И вот сюда. Все. Будем пока здесь сидеть. Будем ждать. С винтовкой. Хорошо. Пока что все тихо, никто не стреляет. Никто даже никого не нашел. Свой. Тихо. Вот это был, пацаны. Все, готово. Там точно кто-то был. Сейчас обойти очень жестоко. Так, окей, стережем их. Как все напряжно, охренеть. Но у них уже одного нет. Думаю, можно выйти. Но он там точно. До 100%. Ладно, погнали обходить. Кто-нибудь есть? Да ладно, они там. Нет? Меня обошли? Ого! Добили. Так, окей, значит, осторожно пошли. Двое осталось. Хорошо. Но главное не теряться. Так, ясно. Сверху. Последний. Он там. Ускорение. Где он? Сверху? Сверху, быстрее! Может быть, убью еще? Молодцы, вперед еще, мы а где он делаем. Был? Где-то здесь, что ли? Не понял. Чуть не упал. Ну, короче, мы затащили их, да? Я так понял. Один выжил, но мы затащили. Стерегите. Да, лидируем. Окей. Все, готово. Мне нужно поменять. Сменить класс. Я хочу себе взять... ну, хотя бы такой. Бомбардировщик. Отлично. Буду сидеть здесь. Пацан вообще просто сидит. Будем сидеть, ждать, выжидать. Не буду торопиться. Если что, я свою команду прикрою. Или наверх подняться. Давайте так и сделаем. Погнали. Поднимаемся наверх. Будем как снайпер. Так, тихо. Тихо, тихо, тихо. Все хорошо. Ого!
Вот это да. Тихо. Блин! Уходим. Блин. Да, ужасно получилось. Просто ужасно. Просто меня вынесли, и я даже ничего сделать не успел. Надо было брать пистолет. Ого, он снес. Что же ты делаешь? О, да. Да, конечно. Ноль убийств, ноль. Да. Вот так вот. Ну ничего, мы этот раунд точно затащим. Теперь я поменял себе снаряжение. У меня теперь есть вот такая вот винтовка. Попытаемся затащить. А в следующем раунде я возьму другую винтовку. Подожди. Все, пошли. Не та кнопка. Вот, сменить снаряжение. Я хочу взять вот такой снайпер. Все, готово. Да. Я буду снайпером. Так, погнали быстрее. Пока нас еще не спалили. На второй этаж. Сюда очень легко попасть. Надеюсь. Пока что здесь еще никого нет. Так, все. Посидим пока здесь. Тихо. Кого? Да, даже пока не знаю, что делать. Давайте пока в здание зайдем. Так, черт, у нас уже одного убили. У них пока все целы. Так, отходим. Тихо. Смотрим бомбу. Все, готово. Так, кого больше людей? У них больше. Обходит. Не бойся, я тут. Быстрее. Спасибо. Меня ранили! Черт! Присядь. Меня ранили! Откуда? Прикройте, понятно. Я подлечусь. Завали. Блин, черт, все-таки убили, охренеть. Да, вот это жесть. Их было четверо, и так они остались четверо. И пришел поиздеваться там. Так, конечно, чего-то мы тупим. Как-то плохо получается все. Ну, теперь я играю за снайпера. О, да, детка, все. Начинается просто промастер тащер. Все, пошли. Готов просто разносить всех. Все, готово. Все, готово. Кстати, мне новый шлем. Вот такой интересный. Ого, они там прострелом занимаются. Есть там кто-нибудь? Вроде бы кто-то был. Ну ладно, уже никого нет. Так, ты здесь стережешь. Окей. Конечно, у нас пистолет не очень, но вот у нас зато у нас снайперская винтовка офигенная просто. Черт.
Поднимай его, давай. На, блин. Ух ты, ни хрена себе он затащил. Офигеть, двоих сразу. Тот на меня налетел. Давай, ну стреляй, чего ты? Ну хотя бы давай, выследи его, потом замочи. Главное, не оставляй его. Давай, нормально, сделай все. Хотя бы, блин, не надо отметить его или что. Ну давай. Хочешь зарезать его? Ну окей, это было эпично. Хорошо. У меня до сих пор задание, чтобы я всех отмечал. На втором месте я. И мне понравилось играть за снайпера. Да, у него реально очень крутая винтовка. Побежали сразу, быстренько выбегаем. Нам ничего не нужно, аптечку мы еще возьмем. Так, а откуда там стреляли? Отсюда? Прострел пошел. Нифига не видно. Ну, в принципе, прострел такой хороший, да. Кто там? Там кто-то рядом уже ходит. Кого-то слышно, но не вижу. Окей, погнали. Можно, в принципе, к ним туда зайти. Может, так и сделаем? Так, я здесь. Охренеть, вот это, ну, конечно, офигенно попал по мне, блин. Но я его ранил, это, блин, вообще ничего не значит, он меня убил. Да, конечно, я лоханулся пипец как сильно. У этого что? Оружие какое? Это не снайперская винтовка, да? Или снайперская? Не знаю даже. Вот хороший автомат, мне он очень нравится. Офигенный просто автомат. Там сзади кто-то ходит, смотри. Ох, тебя обходят. Ох, тебя обходят. Последний остался. Давай. Вот так. Ух, там их как много. Ой, чувак вообще стрелять не умеет, скорее всего. Он вообще плохо это делает. Осторожно, чувак, осторожно. Все от тебя зависит. Одна, последняя осталась. 2-1. Этот пошел обходить, да? А этот его отвлекает. Все, убежал. Да, входит по-любому. Как-то все это странно происходит. Перестрелка идет, перестрелка. Наш пацан пошел обходить его. Тут сидит, пока думает, что он где-то там. Слышит, и в него прям в спину стреляет. Беги, 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 Форест! Черт, его зарезали, убили, перебили, ноги сломали и голову отрубили. Вот это да, конечно, очень плохо. У нас есть чувак. А, ну да, здесь уровни такие нулевой, второй, шестой и 210. Да, конечно, все понятно. Окей, раунд шестой уже. Сейчас, если мы проиграем, противник затащил этот раунд. Раунд! И тогда будет нам очень плохо. Все, пошли. Броня есть? Пошли. Погнали, короче, чего тут сижу. Надо идти вот сюда. И заходим. Ох, как они испугались там, а? Ого! Ого, он там выглядывает! Охренеть, давай, давай, давай! Последний остался. Вот это да, вот это по-нашему, конечно. Кто там такой?
Да кто там всех разносит? Эти охотники не последние. Фух. Ну, мы уже на равных. Это уже радует. Сейчас полюба затащим. Все, теперь либо мы, либо они. Мне показалось, что там какой-то пацан вышел. Их что, трое? Их кто-то кинул? Все, готово. Да, их трое. О, все, мы точно затащим. Конечно, это плохо, это уже будет нечестно. Стойте. А цикады любят честность, поэтому я их и взял. Да. Это будет очень легкая победа. Так, сидим здесь. Ого! Только выгляни. Я сам. Вот так. Добивание. Сейчас я тебя перевяжу. Окей. Пошла перезарядка. Добили просто. Пацаны. Охренеть. Ну окей, мы всех зачистили. Ребят, будем с вами прощаться. С вами был Лысый Петр. Подписывайтесь на канал. Всем удачи и всем пока. Ух ты, блин, ачивка. Как много.